На конкурс дети читают стихи. Коваль Дарья, 11 лет, село Корсаково, Корсаковский район, Орловская область. Стихи о почтальонке, Татьяна Черновская. Ей 15 нет, девчонка, невысока и очень худа. Письменосица, почтальонка, по прозвищу Нюрка Беда. Зной и слякоть, метель и стужу, сумкой кожаной наперевес разнести Нюрке почту нужно по 5 деревенькам окрест. Дома 2 младших братишек, мать болеет почти уж год. Слава Богу, отец фронта пишет, ждут и верят, что он придет. Он придет, и все будет как прежде, как в далеком-далеком вчера. Не лиши только, Боже, надежды. И опять на работу пора. Ребятишкам картошка в печке, ей с утра сумкой наперевес. А что впроголодь, бегать легче по 5 деревенькам окрест. В деревнях старики, да дети, бабы в поле, то сеют, то жнут. Почтальонку вдали приметят и с сердечной тревогой ждут. Треугольник живой, удача! Коли серый казенный конверт, замолчат, закричат, заплачет и померкнет в глазах белый свет. Защемит у девчонки сердчишко от людского горя и бед. Тяжела эта сумка слишком, если там от беды привет. Вести черные, похоронки, горя горького череда, письменосицы, почтальонки, без вины дали имя, беда. Малолетка еще девчонка, только в косах полно седины. Письменосица, почтальонка, разносящая вести с войны.